Химках открывают автосалоны после карантина. Первый из них – Renault Volkswagen на Ленинградском шоссе – посетил заместитель главы города Игорь Панчук. Чиновник проверил, как коммерсанты подготовились к встрече клиентов в условиях пандемии. В салонах все напоминает о правилах безопасности. На дверях стикеры говорят о соблюдении дистанции, на полу – разметка, на столах – санитайзеры. А все сотрудники работают в масках. Их также предлагают клиентам без средств индивидуальной защиты. Я безумно рад тому, что наконец-то мы дождались то, что пандемия пошла на спад. И нам дали возможность уже открыться и работать не только в части ремонта автомобилей, потому что, ну, собственно, ремонт мы не прекращали, потому что у нас есть организации, обслуживающие системы жизнеобеспечения, и скорой помощи, и фармацевты, и другие предприятия. Поэтому производство у нас и работало в ограниченном режиме, но вот сейчас мы начали работать полноценно еще и с физическими лицами, и с клиентами в шоу-руме. По словам руководителя двух автосалонов, к открытию готовились тщательно. Закупили даже ультрафиолетовые облучатели и приборы для дезинфекции помещений. Впрочем, замглавы отметил, что коммерсанту еще предстоит устранить пару нарушений. Бактерицидных средств для того, чтобы люди могли использовать для обеззараживания своих рук. Всего лишь один аппарат я увидел, баллон. И также вот эти вот средства, которые обеззараживают воздух, тоже пока один. Пообещали, что они будут выставлены, так как они закуплены, но мы пока их не видим. Завтра мы дополнительно еще проверим, что они находятся в зале ожидания для посетителей и в месте, где питается персонал данного салона. Напомним, с 23 мая в Химках отменили передвижение по цифровым пропускам. Город постепенно выходит из режима ограничений.